Значит, здесь у меня стоит стрелка. Вот стрелка в сторону борта. Борт находится вот с этой стороны. Это вот вторая деталь. Борт у нас находится здесь. И я ставлю стрелку. То есть вот эту сторону мы останавливаем. А эту не останавливаем. Потому что деталь мы выправляем отдельно. Вот уже выправленная полочка. Посмотрите, вот она. Видите, она уже выправлена. Вот. Это у нас здесь анилин. Вот. И полку мы закладываем сюда. Вот она прекрасно у нас проходит. После того, как вот это все мы сделали, здесь вот уже лежат готовые шкурки, это у нас детали летучей мыши. Очень хочу, кстати, увидеть ее в готовом виде, прямо у меня даже нетерпение такое. На YouTube обязательно положу это видео, надеюсь, что заказчица смотрит. Надеюсь, что заказчица смотрит. Вещь на самом деле получится ну просто шикарная. Цвет браун, качество меха идеальное. Просто супер. У меня прям нет терпения скорее ее увидеть. Сегодня на фабрике Old Dream, давняя мечта, создаются меховые шедевры наивысшего качества. А покупатели заказывают не то, что нужно, а то, что им хочется. Old Dream – давняя мечта. Хватит мечтать. Пора действовать.